Благотворительная акция по передаче чайных наборов врачам организована для того, чтобы дополнительно поддержать их, особенно тех, кто работает с больными коронавирусом. Без малого 900 ящиков с чаем, кофе, конфетами, печеньем и другими десертами рассчитаны на персонал 16 медицинских учреждений республики. Товар с особой тщательностью укладывали волонтеры фонда «Солидарность». Ведь так хочется, чтобы нелегкий труд врачей, медсестер и санитаров был оценен по достоинству. Поэтому это одна из самых важных и главных жизненно необходимых наук, без которых просто невозможно развитие человечества вообще и поддержание здоровья людей. Помимо предусмотренных чайных наборов, Магомедом Харсиевым, который по совместительству является докторантом Болгарской исламской академии, для медицинских работников была составлена брошюра «Медицина в исламе». Сейчас уже никто не будет спорить, что врачи – это герои сегодняшнего дня, спасающие людей, рискуя своей собственной жизнью. Та нагрузка, которая сейчас идет на врачей, она колоссальная. Люди порой неделями не видят своих родных. Более того, даже по мобильной связи они связаться с ними не могут, ввиду того, что средства связи находиться в ковидных отделениях нельзя. После своих шестичасовых смен выйдут, отдохнут, попьют чай и хоть как-то восстановят свои силы. Подобная помощь очень нужна, ведь когда врачи видят высокую оценку своего труда со стороны общества, даже в таких непростых условиях им работается легче и лучше. Одними из первых получили чайные наборы сотрудники Республиканского перинатального центра. Ведь именно здесь начинается жизнь. Для доктора ничего не мелочь. Даже простая вот конфета, даже слова благодарности, тем более чайные наборы. Я думаю, что очень приятно и очень радостно, я думаю, в этот выходной день получить такие сувениры для медицинских работников наших. Общими силами удалось выправить ситуацию с коронавирусом в регионе. К примеру, за сегодня в Ингушскую республиканскую клиническую больницу поступило всего 3 инфицированных человека, при том, что выписалось 5, а общее число пребывающих 70 пациентов. Но несмотря на это, задействован весь персонал, который, работая с зараженными опасной инфекцией, порой забывает даже про свой профессиональный праздник. Мы, конечно, не ожидали, хотя за этот период, как пошла вирусная инфекция, коронавирус, к нам множество наших организаций, спонсоров оказывали вот такую помощь, которая врачам, которые работают в этой ковидной зоне. Эта помощь вообще очень кстати, и она возвышает даже ту работу, которую оказывают наши врачи. Этим знаком внимания организаторы и исполнители акции в очередной раз выразили свою благодарность всем медицинским работникам Ингушетии, кто сегодня совершает настоящий гражданский подвиг. Харон Аздоев, Тамерлан Ужахов, Новости 24.